Всем привет, это канал PlayGame, зовут меня Сергей, и мы продолжаем проходить Dragon Age Inquisition. Так, найдите стража командира Клорель, найдите способ забраться на стену. Так, отсюда-то я, видимо... Так. Опаньки, чувачок, иди-ка сюда, родной. Давай. Добычу забираем. Ты куда? Чувак, ты так не спеши, зачем так быстро убегаешь? Еще добычу. Надпись на метательном камне, аккуратным официальным почерком. Все живущие пред ликом Создателя, суть единое целое. Дополнение живет... дополнение снизу написано небрежно и явно в спешке. Засунь это себе в скверну, моролюб. Так, добычу. Выпить эликсирчика. Так, куда-то... Ага, здесь где-то что-то надо с чем-то разобраться. Так, чувачок, там что творишь? Так, ё-моё. Так. Так, чего? Ну-ка нафиг, воюем. Вы чё сдаваться мне тут задумались? Хрон. Так, а чё это я сюда пришёл-то, собственно? А, вот сюда мне. Ага. Так, а тут у нас ничего. Движем дальше, двигаем тельца. Тут у нас чего? Ничего. Опа. Какая-то штучка. Скотина какая-то. Он стреляет что-то, а? Так, а ты что это не подтягиваешься у меня? Так, неплохо. Что у нас здесь? Сундучок. Так, далее.
Так. Так, неплохо. А, осадные точки. Одну захватил, да? Ну, еще две, значит. Ты что там пристал-то до рыцарей, для людей, ё-мо, на тебе! На, нафиг! Так, денежки. Еще денежки. Так, что? Ох ты, ё-моё. Вот эта херня какая-то не детская. Ох ты, ё! Так, не понял, а почему я не могу выбрать его? Почему я персонажа не могу поменять, что-то я не понял. Блин. Так, стоп, что я вот не пойму. Почему я в бою не могу вот поменять? Еще не понял, почему персонажа не могу поменять. То есть. Так, здесь меняю, значит, крестик у меня работает. Стройки. Не понимаю. Пойму.
Нормально. Почему не меняется персонаж? Стражи, тот мир, который мы поклялись защищать, предал нас. Инквизиция уже внутри, Хлорель. Не время для церемоний. Эти женщины и мужчины жертвуют собой, магистр. Такие мещи можно, возможно, мало что значит для Цивинтри, но для стражи это священный долг. Мы столько лет сражались бок о бок, мой друг. Слишком много, Клорель. Если мой меч не может более служить стражам, то пусть их послужит моя кровь. Да будет так. Остановите их! Мы должны завершить ритуал. Давайте попробуем говорить. Лорель, если вы завершите ритуал, то сделайте то, чего хочет этот Эримод. Чего же я хочу? Завершить море? Спасти мир от порождения тьмы? А кто этого не хочет? И да, ритуал требует крови. Можете ненавидеть меня за это, но не смейте презирать стражей, которые выполняют свой долг. Мы идем на жертву, на которую не решился бы никто иной. Наши воины умирают с гордостью ради мира, который их даже не поблагодарит. А потом ваш приятель из Тевинтера подчинит магов Корифею. Корифею? Но его больше нет. Они что угодно скажут, чтобы поколеблять вашу веру, Клорель. Продолжайте. Клянусь, я навидался этой магии крови по гроб жизни. Она никогда не поможет нам. Я обучал почти всех вас. Не заставляйте меня убивать вас, чтобы остановить это безумие. Готовьтесь к ритуалу, Хлорель. Этот демон достоин вашей силы. В атаку! Мой хозяин предполагал, что ты придешь, инквизитор. Он послал мне особенное приветствие для тебя. Ой-ой-ой, это вообще не очень хорошо. Лорель, постойте. Убейте их всех. А, блин, почему я не могу переключить персонажа? Я не понимаю. Опять, почему я не могу?
Вот тут-то вот, ну вот, все переключается. Крестик рабочий. Что за херня? Чё, бляха-муха, не пойму. Нихера себе. О, с собой играю теперь, ништяк. Лупите его нафиг. Да что ж такое-то, а? Вот падла живучий. Так, где Дориан? Блин, не попал. Давай, 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 немножко еще. Готов. Все равно не выбираются персонажи, ничего не пойму я. Пьем. Мать вашу! Но это же не смешно. А если взять... О, блин. Ага. Только в главном... Почему я не могу... персонажей менять? Я вообще ничего не могу понять. Чё за глюк какой-то?
сюда нельзя. Да что ж такое? Я хочу поменять персонажа и не могу. Ты, убийца серых стражей. На нахрен. Это ты их убила, безмозглая тварь. Все, что я сделал, показал тебе капельку силы. А ты только и ждала, чтобы кого-нибудь прикончить. Ты могла присягнуть новому богу. Я никогда не стану служить Мору. Ё-моё. Победа в войне. Бдительность в мире. О, хорошо, хоть она дракона завалила. Я думал, сейчас капец с ним биться еще. Ух ты, ничего, ты еще и летать умеешь? Где мы? Мы падали. А это? Мы что, умерли? Нет. Инквизитор открыл еще один разрыв с помощью метки. И мы упали в него. Выходит, мы в тени. Тень выглядела совсем не так, когда я в последний раз был здесь. Когда я впервые вошел в тень, все выглядело как великолепный замок. Весь в золоте и шелке. Помнится, я встретил очень милого демона, желание. Мы болтали и ели виноград, пока он не попробовал овладеть мной. Да, я слышал, что эти ваши истязания проходят несколько более по-другому. Возможно, все иначе, потому что мы здесь находимся... физически. Говорят, в убежище вы вышли из тени. Тогда все было так же, как сейчас? Я не знаю. Я пока еще не вспомнил, что произошло, когда я в последний раз здесь был. Что ж, как бы то ни было, скорее всего, мы здесь не в безопасности. Тот огромный демон находился у самого края разрыва, которым пользовался Эримон. А ведь могли быть и другие. Как-то хреново тут. Командир, я готов драться с кем угодно, но меня никто не предупредил, что надо будет тащиться через самую жопу демонов. В реальности разрыв, через который лезли демоны, был совсем рядом, в главном зале. Мы можем выбраться там.
find out. Давайте это выясним. There, let's go. Вон туда, вперед. О, теперь могу выбирать персонажа. Какой-то это, блядь, была миссия такая, что ты не мог выбирать. Лично, о, Хрон, лично. Так, ну, слияние плюс один, давайте возьмем. Выпьем сразу. Так, а мне, а, как-то наверх. Так, а карта есть какая-нибудь? Офигенская карта. Да что ты такая падла живущая-то? Страхи сновиденцев, пилигрим. Я пришел в храм священного праха к верующим. А с верующими готовы помочь конклаву. Я молился создателю о мире, но горы сотряслись и пали, погребли меня. Один во тьме, мои ноги разбиты, я кричал от страха быть в мире, где нет создателя. А лишь образы чудовищ появляются и растворяются во тьме. Освети мои последние часы, да прибуду я к создателю без страха тьмы, смущающей меня. Так. Это свеча. Чего? Найдите другой страх. Что взять-то? That is odd. Так как-то мутновато. Так, воззвание воина к духам. Волки были нашими союзниками в древние времена, еще до Андрастии и до Создателя. Мы знали, что это так, но человек устал от бега. От охоты, от правды клыка, стали и крови. Человек стал сажать семена в землю, завел скот и кур, возвел изгороди от волков. Человек вывел псов, согласных угождать, сидеть и подчиняться, и убедил себя в том, что псы эти ничем не хуже. Но теперь вернулись порождения тьмы, прорвали изгороди, убили скот и кур, сожгли урожаи. Наши псы поджали хвосты от страха, а если и сражаются, то погибают, отравившись искверненной кровью. Умираем и мы, и я стыжусь своей трусости. Людям и псам не справиться одним. Я пришел к вам, духи старого леса. Я тот, кто возводил изгороди, кто огнем и мечом отгонял вас от жилищ. Я пришел к вам, потому что от страха у меня слабеют колени. Я прошу вас безжалостной ярости, способной укрепить их. Убейте пса в моем сердце. Напитайтесь мясом с моих костей. А вместо него дайте мне волка. Слова, пойманные из кровавой ряби древних вод и нитью и чудом запомнившиеся. Ох, Создатель, неужели это? Приветствую тебя, Страж, и тебя, Защитник. Верховная Жрица Джустиния?
Я почти не помню произошедшего в убежище, но я считал, что вы погибли. Боюсь, что Верховная Жрица действительно погибла. Скорее всего, перед нами дух или демон. Вы говорите, что я не могла выжить, а сами при этом стоите в тени воплоти. Честно говоря, на доказательство моему существования у нас все равно нет времени. Но вы же понимаете наши сомнения. Объясните, кто вы. Я та, что пришла вам на помощь. Ты не помнишь того, что случилось в храме священного праха Инквизитор? Ну да, не помню. Нет, не помню. Воспоминания, утерянные тобой сейчас у демона, который служит корифею. Он кошмар, о котором забываешь под утро. Он питает воспоминаниями о страхе и тьме, кормится ужасом. Ложный зов, запугавший стражей до такой степени, что они натворили бед, его рук дело. Буду рад отомстить этому кошмару за оскорбление, нанесенное моим братьям. И у тебя будет такой шанс, отважный страж. Здесь логово этого существа. Так. У Корифея в подчинении столько демонов. Как он справляется с командованием? Не знаю, как он управляет своей армией демонов. Возможно, такая власть дана ему Мором. Но кошмар служит ему по своей воле. Ведь Корифей столько ужаса принес в этот мир. Ведь он один из магистров, напустивших в мир первый Мор, верно? Плач каждого ребенка, напуганного архидемона, причитание каждого гнома из наглубинных тропов, кошмар сытого кормила. Как к нему подобраться? Думаю, сначала нам надо бы столкнуться с тенью. Подобраться к нему можно, выбросив и тени, и отправиться в атаку на Корифея. Я на это имел в виду, я знаю, но другого ответа у меня пока нет. Когда ты вошел в тень, в убежище демон забрал часть тебя. Прежде чем что-то предпринять, верни украденное. Это твои воспоминания, Инквизитор. Убейте демонов. Так. Выпить немножечко. Bring forth the sacrifice. Приведите жертву. Run while you can. Беги, пока можешь. Предупреди их. Почему ты это, вы это делаете? Почему именно вы? Так, где еще мои воспоминания? Наверное. Вот они. Сюда. Настал час нашей победы. Почему вы это делаете? Почему именно вы? Держите жертву крепче. Кто-нибудь, на помощь! Что тут творится? So,
Стало быть, ваша метка не от Андрасты, она от той сферы из ритуала Корифея? Корифей собирался прорвать завесу с помощью якоря, войти в тень и распахнуть врата Черного города. Не для древних богов, для себя. Когда ты помешал ему, сфера отметила якорем не его, а тебя. Так что получается, это было случайно? Отскочившее заклинание в пылу битвы? А если и так? Если так, то выходит, не создатель, не Андрасты тут ни при чем, я просто... Если ты веришь в Создателя, то вери в его провидение, во всем, что есть на свете, включая и эту случайность. А если не веришь, то ничто не изменится. Вам не выбраться из обители кошмара, пока ты не вернешь себе все, что у тебя забрал. Часть воспоминаний ты уже вернул, но теперь он знает, что ты здесь. Поторопись, я приготовлю дорогу. Вас что-то беспокоит? О том воспоминании Верховную Жрицу держали Серые Стражи. Она погибла из-за них. Полагаю, он подчинил их, как когда. Вы же сами видели. Идемте, будем спорить, когда выберемся из этого неуютного места. Непременно. Так. Justinia was unarmed and unprepared. She could not have defended herself against the creatures of the Fade. No demon would have been so helpful without asking something in return. That's great and all, but the nightmare is the thing currently scaring the shit out of me. A demon. That's the obvious. After what it did to my fellow wardens, I pray we have... Как вы там трындите? Тут битва идет, вы там языком чешете. Письмо трясущейся рукой. Сынок, когда ты будешь это читать, моровая скверна уже одолеет меня. Мы все отдали Старкхевене и выиграли для стражи время убить архидемона. Но когда я почувствовал скверну в ране, то понял, что до встречи с тобой не доживу. Фирус будет вербовать людей для поисков на поле боя. Ему хочется сделать из Старкхевена что-то вроде империи, а с оружием сотен погибших серых стражей он мог бы завоевать вольную марку. Откажись, после боя отравлено насквозь. И никакие речи, никакие угрозы, никакие упреки в малодушии тут не помогут. Все, кто забредет сюда, сейчас умрут. Тяни под любым предлогом и наблюдая за воронами. Эти птицы хорошо чувствуют мор. Когда они начнут собираться на поле боя с стаями, тогда можешь считать, что я ушел. И отправляться за безделушками для Фируса. Меня не будет с тобой рядом, сынок, так что учись у ворон. Они умеют терпеливо наблюдать, и их страх спасает им жизнь. Пожалуйста, прошу, смотри на ворон и делай то же самое, Сора. We have a visitor. Some foolish little boy comes to steal the Opana. I kindly lift it from him. Что ты не выпиваешь? You should have thanked me and left your fear where it lay, forgotten. You think the pain will make you stronger? What fool filled your mind with such drivel? The only one who grows stronger from your fears is me. But you are a guest here in my home, so by all means, let me return what you have forgotten. Так, вот оно, скотина. Так, а куда? Just let me have this moment to hope, all right?
Да уйди ты нахер. Так, вот он вверх. Не здесь. Когти Думата. Господин открыл новый алтарь. Он выше человека, похож на гигантскую статую и усеян огромными шипами, ждущими крови. Господин называет его когтями Думата. Говорит, что этот алтарь приведет Твинтер к славе. Я восхитился алтарем, как и ожидалось. Господин улыбнулся. Хорошо, что он снова улыбается. В последнее время его досадовала нехватка последователей. Он встречался с другими жрецами, и они мне... удавалось подслушать. Тайне обсуждали, как заставить народ Твинтера вновь поклоняться древним богам, единственно достойным. Потом днем он поговаривал со мной и попросил называть его Корифеем, но поскольку именно это имя собирается взять себе после ритуала, господин ныне Корифей сказал, что мой народ, эльфы древности, были взяты с тенью, а потому для исполнения воли Думата ему потребуется магия, что течет в нашей крови. Корифей велел мне собрать этих эльфийских слуг и привести их в западный зал нашего дома в полночь. В этом зале теперь хранятся когти Думата. По верхнему краю алтаря приделаны кандалы, а внизу под когтями есть емкость, испещренная рунами. Я отослал подальше жену и детей, остальных не предупреждал. Увы, больше я никого не спасу. Попытайся я спасти всех, нас бы убили еще как-нибудь, а на алтаре попали бы другие. Когда-то господин смеялся и шутил. Он бывал строг, но жесток. Из-за слабости храмов в его сердце поселился страх. Он то изменил его. Порезы на его руках теперь глубже и длиннее. Он все чаще и чаще использует магию крови. С женой почти не разговаривает, слушая только голоса в своих видениях. Уже почти полночь. У меня в голове только когти Думата. Огромные, шипастые и безжалостные. Я должен собрать остальных, мои близкие, в безопасности. Пусть Корифей заберет меня. Но не тех, кого я люблю. Слова, неким образом сохранившиеся в крови у постамент статуи. Страхи сновиденцев. Землевладелец, я видел, как мор разваливается по моей земле. Мне некуда было идти, я ухаживал за полями, как и раньше. Даже когда вся скотина погибла и заболела, вся моя семья, тело терзали боли, дрожь. Я слишком поздно увидел яд, который проник в землю. В моих горячечных снах болезнь охватывала весь мир, и я рыдал о своей семье, которую погубил своей глупой гордыней. Покажи мне, что мир будет жить. Покажи мне, что яд отравляет не все. Так, друзья, ну давайте на этом закончим нашу серию. Всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока.